Попросили отстрелять плиту из такого бронежилета, плитоноска. Подогнали его волонтеры. Спасибо волонтерам. Значит, производит его Львовский завод, Львов Оборонкластер, если я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Там спереди клапан отщелкивается, по-моему. Нет, там еще должна быть липучка. Плита. Львовский оборонный кластер. Сейчас проверим. Я 7,62 оболочечный. Упала? Да. Есть попадание горячее, блин. Какое расстояние было примерно это? Ну, метров 10-13. Пробития нету. Абсолютно. Внутри, конечно, чуть побило. Давай еще смотрю. Сейчас еще раз семерка, а потом пятерка. Давай, давай. Пойдем смотреть. Однозначно видно, что есть попадание, так как плита лежит. И в общем получается их три. Раз, два, три. Ну, пробитие, как видим. Потушка. Тестирование продолжается. Сейчас пуля ПС оболочечная. ПС оболочечная. Расстояние то же самое, плита там. Что у тебя с автоматом? Все не нравится. Это запасные ПП. Подряди. В данной ситуации я размочил его. Видим попадание, но плита при этом не упала. Тут у нас. А ну подними себя просто, выше. Походу металлокерамика. Ну четко его развалило, ну сзади вообще не выпуклости, а нету вот ничего абсолютно. Чуть попал. Ну да. Остальное. Давайте сейчас четко выстрел будет с патрона ПП. Давайте. И потом еще девятка закончим. Там это, ну да, за гранатометом. Выдержал, давай.
Есть. Отлично. Ты, а ты снимал туда, когда мы... Конечно, конечно. Жека, разреби. Разреби. ППшный патрон, полностью все попадания, ни выпуклости, ничего. Отличная броня. Спасибо ребятам с Львовского оборонного кластера. Дякую.